На РЕН-ТВ продолжается проект «Конкуренция». Финалисты конкурса выполнили свои первые задания. Очередной этап проекта прошел в минувшие выходные на проспекте Кирова. Здесь участники конкуренции провели опросы и записали свои первые стендапы перед объективом видеокамеры. Тематику будущих роликов финалисты определили сами, подробно расписав сценарий. Следующий этап проекта пройдет в ближайшее воскресенье. Новое задание для участников организаторы пока держат в секрете. Смотрите новый проект «Конкуренция» по будням в 7:00 и 19:00.